Продолжаем мы играть в старинские схемы. Да, если бы это не была бы запись под видео, у меня было большое желание пойти А6, то есть типа C5 вообще не получить сацелянку. Но долг превыше всего. Хотя без C5 здесь невозможно обойтись в таких позициях, если он D4 не проводит. Так что это вообще сацелянка. Ну ничего страшного. Сицилианка. Многие планы похожи. Ну да, и перейти из одного дебюта в другой не составляет никакого труда. В данном случае, да. Может быть, да. Ну, вряд ли это очень сильно, но Хотел. Блица хочет быстрее навязать конфликт какого-то хотя бы. Ну, CD, ладья C8. Наш план пока предельно понятен. Конь B4. Главное, чтобы нам нашего плана мат на колесном фланге, да? Ну, Это было выглядит бы... грозно, вот эти кони на G3, F3. Ну да. Но нужно постараться их разменять. Нет, ну типичная ситуация для вот этого варианта сцелянки. Ну что, на F3 пробиваем или нет? Может быть, так? На самом деле наш соперник очень рискует, оголяя своего парня на G1. Ну, рискует, конечно. Но мы тоже рискуем. Сейчас какой-нибудь швиндель пройдет, и мы получим мат просто. Ничего Ну, уже здесь не спасет. пока, в общем-то, ну вот, не хочет меняться. Пока, в общем-то, непонятно, как он перебросит свою тяжелую артиллерию поближе к нашему королю. Вот он уже на G4. Артиллерию. Ну, давай зафиксируем, как-нибудь сыграем. Я конь C2 считал ход. Ну, и что он считал? Не могу пока определиться. Конь c2, ферзь c2, конь e4, ферзь f2. Ладно. А, да, ферзь f2-то нет хода, конь на g3 отпадает, да? Да, там ферзь C8 какой-то ход есть. А еще он может просто не бить коня. Мне почему-то кажется, что он так и сделал. Ладья b1. Да, тогда есть шаг на d4, а есть мой b4 ход. Будем смотреть по ситуации. К тому же, пока теоретически коня-то можно не убирать. Ну, по идее, ну вот считает. Цирюльничек. Можно информацию посмотреть. Россия, Барселона. Барселона. Да. Месси. Это очень известный город в России, если кто не знал. Так, ну вот. Ого. Это все было посчитано. А мной нет. Ну, достаточно, что это было посчитано кем-то одним. Придется сдаться просто. Потому что мат. Пару ходов. Потому что мат. Пару ходов. Красивая партия. Очередная миниатюра. Да, и вот это было действительно круто. Конечно, надо было дебаг один играть, но все равно позиция получена. Не, ну, Конь ничего. C2 первая линия. Я доволен. Ты доволен? Да. Да, ну никто не похвалит. Я думаю, многие похвалят тебя в А в комментариях. комментариях напишите, довольны ли вы. Да, всем спасибо за внимание, до новых встреч.